Всем привет, недавно ездил на осмотр окна. В общем, проблема в том, что окно обычное, все хорошо. Шлейгель стоит, изгения стоит, но чуть-чуть нехорошо. Сейчас вот я вам расскажу. Вот на примере этого окна такая же в точности ситуация. ГОСТом нормируется расстояние между запорными цапфами, вот этими механизмами. Должно быть расстояние не более 700 мм. Вот смотрим, снизу нет цапфы. Вот первый цапф. Вот угадайте, сколько до нее расстояние от угла? Давайте мерить вместе. 950 миллиметров. Смотрим сзади. Сзади то же самое должно быть. Вот у нас одна цапфа. То есть клюшка с одной цапфой. Больше цапф нет. Смотрим от угла. Сколько у нас? 800 миллиметров. Если от этого угла посмотреть, 800 миллиметров. То есть это окно не соответствует нормам ГОСТа. И поэтому здесь с этой стороны дует. И с этой стороны дует, потому что здесь нет вообще ответки. Да, вот у нас одна ответка. И вот, который нам не подходит, это привод с одной цапфы и клюшка с одной цапфы мы сняли. И ставим сейчас привод с двумя цапфами. Вот он. То есть у нас будет между замками расстояние уже соответствовать ГОСТу. И клюшка тоже будет с двумя прижимами. Ну и смотрим на то же самое окно. Смотрим на то же самое окно. После наших манипуляций фурнитура у нас осталась так же, та же. Смотрим на наше окно после наших манипуляций. Фурнитура осталась та же, да, то есть мы заменили привод. На нем сейчас два прижима, две цапфы. И заменили заднюю клюшку, тоже с двумя цапфами. Вот. Также сами можете проверить, соответствует ли ваше окно ГОСТу. Расстояние между запорами, между цапфами не больше 700 мм. У нас здесь 600 от верхнего угла до верхней цапфы 470 и от низа 500. Все соответствует ГОСТу. Смотрим также сзади. 400 до цапфа, между цапфами 600 и от верхнего угла не больше 700, тоже 600. Вот. То есть это не ошибка, там, допустим, производитель фурнитуры, это ошибка, кто непосредственно собирал это. Сборка на заводе. То есть они сэкономили, поставили более простую фурнитуру, но все это так не обходится. Да? То есть не просто так все придумали. Факт есть факт. Стало дуть, и поэтому позвали нас. А теперь посмотрите, сколько расстояний между цапфами у ваших окон. Я уверен, что они соответствуют ГОСТу.